Тема 681. Собачий ящик для игрушек. Я отмечала в статье «Вино для кошек», что сейчас идет тенденция к очеловечиванию домашних животных. Для них появляются человеческие товары, среди них прогулочные коляски, манежи, украшения и даже вино. На днях я нашла еще один подобный товар – собачий ящик для игрушек. И он действительно собачий. Оформлен в соответствующем стиле, и собаке удобно свои игрушки доставать, вытаскивать их лапами из норки. И это может превратиться даже в еще одну увлекательную игру. Взрослые хозяева будут закидывать игрушки через верхнюю дверцу, а собака будет их одну за одной вытаскивать наружу, пока все не вытащит. А потом по новой. Эти ящики сделаны из массива сосны и покрашены латексной краской. Подобный ящик можно и для кошек сделать, в кошачьем стиле. Продает эти ящики на Etsy одна американская рукодельница по цене $45, со страницы etsy.com/shop/chollygivetsraf/chirapparentesis и рассылает, кстати, только по США, доставка у нее в пределах $20. Продала уже более 2300 штук. Других таких серьезных ящиков для собак на Etsy я не встречала, есть там обычные ящики, похожие на тарные ящики для бутылок, они не пользуются особой популярностью. Поискала подобные ящики для собачьих игрушек в России. Не нашла. Нашла только один ящик на ярмарке мастеров от российской рукодельницы, в ее магазине Levimaster.ru Barra Lucina Chirapparentesis Zone, но он мне показался не очень интересным. И нашла еще один ящик, производимый семейной мастерской, чердак, чердакфамилы.ру. Но в нем я не вижу ни любви, ни уважения к питомцу. Я такой ящик для любимой собаки не стала бы покупать. Поэтому ниша собачьих ящиков для российских собак практически свободна. Не обязательно копировать американский вариант. Но можно сделать его таким же интересным, удобным для собаки и милым для ее хозяина. Где продавать? 1. В своем городе. Для большего привлечения покупателей вы можете предложить персонализацию и кастомизацию ящиков. То есть на каждом ящике можете написать кличку собаки. Можете сделать его похожим на саму собаку, для большого и грузного пса, и ящик можно сделать большой и громоздкий. Для маленькой собачки ящик будет милый и забавный. Еще можно будет покрасить его именно в цвет окраса собаки заказчика. Представьте ящик, окрашенный под окрас далматинца. Очень эффектно будет смотреться. 2. По России. Сначала вы можете продавать такие ящики из своего интернет-магазина или странички в социальной сети. В раскрутке вам помогут фотографии с участием домашних питомцев, которые активно будут вашими ящиками пользоваться. Затем, когда вы нарастите объем продаж, наладите массовое производство, сможете договориться с сетями зоомагазинов. 3. На Etsy. У вас огромный козырь перед успешной американской рукодельницей, вы сможете рассылать свои ящики по всему миру, в отличие от нее, надеюсь, наша таможня не будет против. И на Etsy вы точно так же можете договариваться с клиентами о персонализации и кастомизации, они к этому уже привыкли. А в производстве подобных ящиков нет ничего сложного. Обычный ящик с дверкой вверху, нужны будут еще две дверные петли и несколькими отверстиями внизу. Любой, даже неопытный столяр с этим справится.
подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.